как живой прям. Ну, качается немножко, посмотри, как это. Новый год, ведущий качается, двоится на экранах. Добрый день всем зрителям Живого ТВ, всем, кто сегодня в этот предпраздничный день решил на нас поглядеть. Антураж у нас сегодня самый новогодний. Ну, так положено, деваться некуда. Вот. Постараемся сегодня быть не такими серьезными, как обычно. Все-таки немножечко вспомнить о том, что у нас скоро праздник. Я как Дед Мороз, сегодня замещающий, подготовил зрителям несколько сюрпризов. И в первую очередь это мои сегодняшние гости. Две снегурочки по совместительству иногда, проводящие фантастические фестивали. Так, сегодня у нас в гостях оргкомитет фестиваля фантастики «Серебряная стрела» Юлия Эженкова и Мария Головкова. Прошу любить и жаловать. Привет. Это Юля. Да, всех хочу поздравить, во-первых, с наступающим Новым годом. Рано, рано еще, потом поздравим. Подожди, Дед Мороз. То есть мы вместе шли с Камчатки, да, поэтому вот Дед Мороз как-то не дает мне ничего сказать. Видимо, уже устал от моего общества. Собственно, сегодня мы расскажем что-нибудь вам про фантастику, наверное. Давайте все-таки Марии еще впустим тоже в камеру. И тоже снова всем добрый вечер, всех наступающим все-таки я поздравляю. Хочу сразу сказать, я не с Камчатки, я местная снегурочка, вот. Но люди с Камчатки вообще-то обещали, что тут будет праздник, будет несерьезно, будут наливать. Пока кто все трезвые. Пальцем покажите. Вот, значит, ну, будем справляться своими силами. То есть постараемся все-таки без наливки, да? Ну, давайте все-таки вспомним для начала, что у нас... передача о фантастике. И прежде чем мы начнем говорить про новогодние подарки, кто кому будет и сколько наливать, сначала все-таки надо вспомнить тему нашей сегодняшней передачи — конвент «Серебряная стрела». Мы попросим нашего оператора показать нам логотипчик. Вот. «Серебряная стрела». И раз уж зашла речь, собственно, о этом фестивале, мы попросим наших гостей рассказать нам подробнее, что же это все-таки за фрукт, с чем его едят, и, выражаясь словами персонажа живого журнала «Козла Фрэнка», зачем нам еще один? Давайте начнем с Юли, как с потомственного организатора конвентов, промоутера и продюсера. Да, ну, такие громкие слова, прям я даже не знаю, боюсь не соответствовать образу великого и ужасного организатора. Вот. А на самом деле все очень просто. Все началось с того, что мы, как любители фантастики, я и Маша, да, ездили на разные фестивали фантастики, на разные конвенты, Роскон, Звездный мост и прочее, прочее. Вот. С одной стороны, нам все там нравилось, с другой стороны, были свои мысли. А вот было бы хорошо, если бы тут вот этого не было, а добавить бы то, пятое, десятое и так далее. А можно между строк, чего бы не было? Чего так не устроило в других конвентах? Чем отличается «Серебряная стрела»? Ну, в общем, все, что мы хотели добавить, да, в фестиваль, мы добавили в свой фестиваль. Таким образом, получился новый фестиваль фантастики. В первую очередь, что мы хотели сделать? Мы хотели сделать яркое красочное шоу, именно фестиваль. То есть у нас упор на то, что люди приедут отдохнуть, приедут поразвлечься. Собственно, люди и так туда приезжают отдохнуть и поразвлечься. Вот так давайте это сделаем все официально. Что в первую очередь у нас будет... шоу-программа большая, причем именно не просто абы какая шоу-программа, какие-нибудь там, я не знаю, танцующие человечки, клоуны там и прочее. Пляшущие человечки, это из другой оперы. Да-да-да, вот, а именно фестивальное шоу, то есть, например, у нас будет, в нашей шоу-программе будет спектакли по мотивам некоторых рассказов и повестей наших отечественных писателей, в том числе будет спектакль по рассказу «Масло» Леонида Каганова. По-моему, я представляю, да, что это будет. Планируется. На самом деле там, да, Саша, значит, наш режиссер знакомый, тоже очень-очень большой любитель фантастики, он как бы так, ну, неофициально в оргкомитете, и он готовит всю шоу-программу.
и он прям сам пишет сценарий. То есть из Каганова, я знаю, что точно он восхитился в свое время рассказом «Реквием». И вот он точно. Потом входит рассказ Юрия Семецкого. Какой, я не знаю, это для меня тоже тайна. Вот, и он делает такие вот короткие мини-спектакли именно по нашей отечественной фантастике. А вообще следует сказать, что у нас замечательный оргкомитет. У нас в оргкомитете 4 девушки. Вау, почему со мной только 2, где еще 2? Ну, вот так вот решили. Решили оставить такой стратегический резерв. Да, это своего рода стратегически у нас еще, значит, вот Юля, Снегурка, я, Маша, да. Не состояние здоровья Деда Мороза, я понял. 4 это много. Да, 2 в самый раз. Не осилишь. Да, если учесть, что потом еще все-таки придется наливать... Кошмар. Куда я попал? Вот. Еще, значит, Женя и Алена. И вот, конечно, неожиданно, что 4 женщины. На самом деле это очень большой труд. И то, что мы это все-таки организовали и сделали, это для нас ничего не сделали. Еще рано, давайте, да, еще не сделали. Давайте, во-первых, осветим. В общем, уже все дата. Готово. Когда все-таки он будет проходить? Да, мы все ждем, начиная с 15 февраля. 2008 года. И сколько до год? До 17 февраля того же самого года. То есть 2 дня длится конвент. На самом деле это было сделано специально, потому что для учащихся, работающих и прочих не фрилансеров достаточно трудно в будние дни отпроситься у начальства с работы. Знаю это по себе. Вот. По этому поводу мы решили сделать все-таки, чтобы на рабочий день только один день попадал, это пятница. Ну и, соответственно, суббота, выходной день уже намного проще, да, всем будет попасть на фестиваль. То есть отпроситься на один день проще, чем отпроситься на 2 дня. Собственно, в этом была гениальная задача. Задумка нашего формата проведения. Просто фантастически свежая, я так подозреваю. Ну, хорошо, мы все-таки начали говорить о том, какие чудесные люди создают конвент. Может быть, все-таки сначала мы расскажем нашим телезрителям вообще, что такое конвент. Не забывайте, что нас смотрят не только фанаты фантастики. Вообще, что есть фестиваль фантастики, чем он хорош, чем знаменит, какая от него польза. И все-таки, чем отличается «Серебряная стрела» от всех остальных? Вот до сих пор так и не сказали. Похвалили друг друга, да, согласен, но пока ничего нового я не услышал. И давайте мы сейчас пока буйную Юлю оставим на втором плане. Пускай Маша признается. Она на сайте конвента заявлена как скорая помощь фестиваля. Вот пускай скоро поможет. Да, так получилось. На самом деле я по профессии врач. Но вот это увлечение фантастикой, да, я невролог, нервный доктор. Нас в чате уже пытают, где будет проходить фестиваль. Значит, фестиваль будет проходить в Подмосковье. Сейчас мы уже можем сказать совершенно точно, потому что заказаны номера. Это пансионат Русь, это в деревне Аксаково. По Дмитровскому шоссе, значит, достаточно недалеко от Москвы. Все будет, вся информация более подробно на нашем сайте, конечно же, будет. Это silvercon.ru. Значит, там и схема проезда, и все варианты. Вот и какие номера. Вот, но, в принципе, там и зал, и все есть. И, в общем, программа уже готова. И дом отдыха, они уже нас ждут вот с нетерпением. О программе давайте, да. Скорую помощь, значит, вызовем. По поводу 2 дней. Я, например, как бы считаю, что да, Юля, значит, она как человек, имеющий отношение к профсоюзу, конечно же, заботится о трудящихся, а я забочусь о здоровье. Поэтому 2 дня конвента, в отличие да, от 3 дней конвента, конечно, да, это несомненная забота о здоровье ближних наших. Вот. На самом деле, конечно, мы все равно опирались на предыдущий опыт, на все конвенты. И, честно говоря, вот желание сделать конвент, оно было не изначальным вот у нас. То есть у нас получилось один раз, мы встретились с другой, и нас начали подталкивать к этому наши друзья. Что давайте встретимся еще раз, а давайте в таком действительно настоящем формате. Вот. И для нас было даже неожиданностью, что мы этим так вот занялись. Но действительно люди просили, знакомые. Это очень многие, значит, ребята, которые только начинают писать, и они спрашивают, а куда, а как встретиться, а как вот всем вместе пообщаться. Это уже и более такое вот старшее поколение, которым, в общем, тоже интересно, им уже более интересно съездить, отдохнуть, пообщаться со своими, значит, читателями.
чтобы мы устроили мастер-класс, например, да, это, в общем, многим достаточно интересно. Между строк, к нам в чат пришел один из призеров прошлого фестиваля и заявил, что ему все фиолетово. А кто именно? Стрелок. Ну, замечательно, я так понимаю, что это Тёма Морозов, он действительно, он в том году, значит... Ему, может, конечно, Тёма... фиолетово, но, по крайней мере, он уже зарегистрировался. Но Тёма уже зарегистрирован, в числе, да, первых. Тёма, на самом деле, замечательный человек совершенно, я с удовольствием читаю его произведения. И у него в том году был дебют, у него в «Реальности фантастики» вышел рассказ. Я могу сказать, что я номер купила исключительно ради этого рассказа и не пожалела. И действительно, мы проводили голосование. Много Маш, Маш, людей у нас тема передачи не Тёма Морозов, а «Серебряная стрела». Вот. Тёме привет передали в прямом эфире. Да, так что, ребята, можно... ну, у нас будет в этом году тоже будет, значит, обязательно голосование за дебют. Только мы сейчас решаем, да, как мы... У нас будет своя особая система голосования. Особая? Да, особая. Которая в первый раз была применена 7 лет назад в голосовании по премии «Русского интернета». Что именно? Какая часть? У нас, ну, две особые части. Обе. Все новое, обе. Это хорошо забытое, ну, старое. Да. Вот. Люди забыли, а мы напомнили. Один из тех вопросов, нет? Которые я разместил в анонсе сегодняшней передачи, был посвящен как раз этой системе голосования. Вы вообще можете гарантировать, что подобная система, первый тур, по крайней мере, голосование интернетовское, не приведет просто к чудовищной накрутке? У вас же там нет никаких серьезных защит. У нас... В свое время, когда проходил голосование по премии «Серой русской фантастики», точно такая, защитой занимался Ватолин, один из основателей сервера и очень сильный программист. И то пришлось вводить второй тур с жюри, чтобы это было все, ну, по крайней мере, достаточно легитимно. Как вы пытаетесь защититься, и нет ли, в общем, в подобном голосовании перспектив, что просто придут 100 тысяч фанатов какого-нибудь одного автора, накрутят ему с песнями? Или там придут двое и накрутят ему 100 тысяч? На самом деле, во-первых, у нас второй тур подразумевается априори заранее. То есть даже если придут 100 тысяч фанатов и выберут какого-то одного писателя, который им больше всех нравится, то это всего лишь гарантирует, что этот писатель попадет в шорт-лист. Все. А второй тур голосования будет проходить уже на самом фестивале, и, соответственно, будет, ну, там порядка 10 примерно кандидатов выйдут в шорт-лист по каждой номинации, и голосование будет уже проходить более традиционно, то есть методом непосредственно написания на бумажке, там, отметки галочки, да, и подсчета вручную. Соответственно, мы не боимся, что там придут поклонники Лукьяненко, да, и все забьют, и Лукьяненко... Мы не боимся, мы готовы, да, они так и сделают. Они так и сделают, собственно. Вот. То есть, но у нас еще есть одна особенность, это то, что у нас, помимо основных привычных, скажем так, номинаций, да, лучший писатель, лучшая книга и дебют года, у нас будут еще дополнительные номинации. А частично шутливые, частично, может быть, серьезные. То есть... У нас будут такие номинации, как «Лучший главный герой», «Лучший женский или мужской образ», «Лучшее соавторство» и так далее. То есть нам кажется интересным попробовать выявить не просто фамилию писателя, да, который написал там ту или иную хорошую книжку, а именно посмотреть, какие герои людям запомнились. Какие герои могут потом, не знаю, там, дальше переходить из уст в уста, там, может быть, да, и там уже даже вопрос не писатель, там, писатели могут забыть, а Ромео и Джульетта останутся. А персонажи хорошие, плохие, вот эти премии подобные, как ты сейчас назвала, Юля, они тоже проходят интернет-голосование? Да. Или это выбирается на конвенте? Они тоже проходят в первом туре интернет-голосования, во втором туре они тоже выбираются уже из шорт-листа на конвенте. То есть, как обычно, на конвенте 48 миллионов премий, чтобы никому не было обидно. Почему 48 миллионов? Не так уж и много у нас премий будет. Сколько? У нас нет, у нас есть основные, значит, и эта премия, это вот это действительно, наверное, такое наше ноу-хау достаточное, потому что наша премия представляет собой... В чате это ноу-хау называют нетрадиционными номинациями. Нет, я немножко возвращаюсь к основным номинациям. Значит, будет выдаваться медаль. Значит, медаль определенного образца, она выложена сейчас на сайте. Вся, значит... Создатель медали – это писатель Владимир Свержин, значит, который
также занимается геральдикой, символикой. Он продумал всю символику медали. Там, значит, все на сайте описано. Давайте медаль почаще будем вспоминать URL. Все зарегистрировано, да. Значит, на сайте нашем silvercon.ru. Все там есть. Значит, и медаль эта зарегистрирована официально. Значит, она идет как государственная, ну, как награда. То есть человек, получивший медаль, становится кавалером ордена Серебряной Стрелы. Приехать, что ли, к вам? Обязательно. Мы всех очень ждем, но приехать этого недостаточно. То есть, конечно, надо медаль, надо заслужить. И наш ладно, каждому посетившему дайте по медали, нормально. По шоколадной обязательно, обещаю. Хоть золотую, хоть серебряную. Именной бубен, спасибо, что приехали, как было в одной старой шутке. Шоколадного зайца можем дать. Вот. То есть там будет негритянский стриптиз? Может, не надо? Мы, конечно, хотим охватить как можно больше людей. То есть вот это интернет-голосование, оно интересно нам тоже в первую очередь. Мы не знаем, какие будут результаты, не можем даже предугадать. Понятно, что Сергей Лукьяненко, значит, будет в шорт-листе, потому что у него... Он действительно популярен, очень активные фанаты, да? Но мы будем смотреть, то есть для нас, для самих интересно. Мы отслеживаем по фамилиям, то есть там достаточно такая жесткая анкета для того, чтобы можно было проголосовать. Вот, у нас наш техник, который тоже, значит, будет это отслеживать по IP. Вот, но всех секретов своих не будем раскрывать, но мы постараемся к минимуму свести вот эту вот накрутку, да? Но, опять-таки, по закону больших чисел... Да, я считаю, что накрутка будет на самом деле, то есть она на итоговую не внесет принципиальные различия. Вот. Единственное, что может оказаться, что кто-то не сильно популярный, например, да, он наберет группу свою там в ЖЖ и скажет, что голосуйте за меня, и пройдет в шорт-лист. Но опять-таки, значит, за него тогда просто не проголосуют уже на основном конвенте. Вот так вот. В чате тут нас спрашивает персонаж, скрывающийся под ником F, который потом признал, что она Фарида. Будет ли такой же тематический карнавал, как был в прошлый раз? Я думаю, тут нужно начать немножко с истории конвента. Я попрошу оператора показать вот черную метку с первого тематического маскона, а девушки нам тут расскажут, чему был посвящен первый вариант фестиваля. Там была пиратская тема же, да? Да, пиратская вечеринка. Ну что, кто расскажет? Давайте теперь уже Юля, а то Маша что-то теперь перехватила инициативу. Вы на камень-ножницы скидывайтесь там. Да. Ну что, у нас действительно была тематическая вечеринка в прошлом году. Тематика пираты. Было очень забавно наблюдать, как Александр Громов пытается шпагой проткнуть там кого-то, я уже не помню. Нет, Юрия Семецкого убивал майор Пронин, да, то есть все были в одноглазые, там, в повязках, тельняшках и прочее. Не буду говорить, чем пришел. Не забывай, что нас смотрят зрители, не слишком искушенные в фэндомной терминологии. Я думаю, что майор Пронин — это писатель Игорь Пронин. Да. Вот, то есть, соответственно, вначале у нас, мы решили, чтобы это не проходило все так официально, помпезно и прочее, устроить более неформальную такую встречу в качестве вечеринки. Массовое фехтование на ножах. Да. Кто выживет, тот лучший писатель, я понял. Ну, практически, судя по тому, что Александр Громов получил первую премию, да, так и произошло. Вот, то есть, действительно, у нас происходила такая вечеринка. Собственно, фотографии можно будет посмотреть, опять же, на нашем сайте. Вот, но в этот раз мы не будем уже проводить вечеринку, потому что я себе слабо представляю, как можно провести тематическую вечеринку на весь фестиваль, там, да, на весь пансионат. Там. То есть, я думаю, что это можно будет сделать по индивидуальному желанию. Там, ну да, я представляю, когда ночам по коридорам будут бродить пираты, персонал пансионата может слегка это не пережить. Кричать «йо-хо-хо» и «бутылка рома», там, да, будет очень весело, только не всем. Так, а Маша что может добавить? Нет, на самом деле я хотела сказать, что вот все-таки у нас вначале намечалась тематика вот этого конвента. Мы хотели сделать такую оружейную тему, и в тему вот эта вот серебряная стрела, как, значит, такое оружие, серебро, как металл. Серебряную стрелу мы отдельно поговорим. Да, против нечисти, и, значит, у нас был
Изначально планировался и мастер-класс по оружию именно, и лекции по оружию, но как-то потом возникли новые тематики, и оружейная тема так немножко растворилась в воздухе. Но, в принципе, действительно, такую общую тематику для 150 человек или даже больше и сложно выдержать. Но, с другой стороны, мне эта идея нравится, может быть, мы даже в следующие года уже будем проводить все-таки под какой-то тематикой. Это своя изюминка такая идет. Это очень интересно, на мой взгляд. Вот. А оружейная тематика у нас сохранится, скорее всего, в том, что будет Михаил Черняховский, который, в общем, так очень такой живой интерес проявляет к фестивалю, проводить семинар по историческому фехтованию. А семинар у него — это семинар-тренировка. Вот. Обещает он там, конечно, достаточно яркое такое шоу, но посмотрим. Мало нам отбитых пальцев в Казани на Зеландконе, теперь еще в Москве будем, да? Нет, ну все под, все под наблюдением врачей, есть, конечно. Реанимация все будет, да? Да, конечно, реанимируем прямо на месте. Раз уж мы заговорили об истории, вспомнили эту пиратскую вечеринку, давайте все-таки честно признаемся нашим зрителям. В чем суть названия «Серебряная стрела»? Я думаю, Юля раскроет нам эту тайну. Давайте не будем заливать про оружие, про нечисть. Правду, правду. Ну что, правду. Я думаю, что любой человек, который увлекается фантастикой, для него при слове «Серебряная стрела» сразу возникают определенные ассоциации. А, собственно, на эти ассоциации мы и ориентировались, когда выбирали название. Да? То есть «Серебряная стрела» — это нечто такое... фэнтезюшное, фантастическое, опять же, серебро, защита от всяких нечистых сил и прочее, и прочее. Нет, ладно, я сам скажу. Ну неужели ты хочешь, чтобы я сказала про... Да, я хочу, чтобы ты сказала. Про сокращение, которое получается. Ну ладно, мы не будем об этом. В общем, на самом деле, действительно, это просто такое всеобъемлющее название, основанное в основном на ассоциациях для людей, которые... Для оргкомитета. Оргкомитет в том числе, потому что один из членов оргкомитета является фанатом Формулы-1 и поклонники группы команды Макларен, которая иначе называется «Серебряная стрела». Да, ну, это было давно и неправда, в смысле, они так и раньше назывались. Фестиваль в народе получает неофициальное название «Макламер-конвент». О, как интересно. Макларен конвент. А если ты сидишь в красной шапке и болеешь за Феррари, это еще ничего не значит. Ну, неправда, неправда. А вы, значит, что тут за Вильямсоби болеете, да? Нет, она вообще... Слушайте, я сейчас что-нибудь скажу по латыни, чтобы вы себя чувствовали так же, как я сейчас себя чувствую. А тут вот к нам в чат пришел спамер из передачи «Следующий за нами», приглашает к себе, он как раз по формату и по тематике очень подходит, передача «Кар-клуб». Наверное, мы за него как раз и посидим тут еще часик, пообсуждаем про машинки. Ну, хорошо. Все-таки пришлось мне самому раскрыть страшную тайну, девушки так и не признались. Нет, на самом деле не так. Вот для меня это новость, честно скажу. Мы выбирали название конвента «Все вместе». Нет, это просто, скажем так, те два слова, которые понравились всем. Вы себе представьте, оргкомитет — четыре женщины. Хотя можете себе это представить. Четверо мужчин, они могут между собой договориться. Четыре женщины — это почти нереально. И все болеют за Маклара? Нет. Какой ужас. И у каждой свои интересы. То есть вот это чудо, что мы выбрали название конвента, которое понравилось всем. Не, ну если исходить из такой логики о том, что было четыре женщины, я не знаю, какие интересы у двух остальных. Да, кто-то предлагал назвать эти розовый гламур, там, да, розовые слоны. Серебряная стрела. Не, ну исходя из того, что вот мы сейчас рядом видим, да, по логике женской, конвент должен был называться «Серебряный шприц», например, или «Серебряный скальпель», чтобы совместить интересы всех оргкомитетов. «Серебряный шприц», я боюсь, это немножко из другой передачи. Нам бы другая аудитория бы приехала, я боюсь, в этой ситуации. Ну, почему? У нас много врачебных произведений в фантастике. Может быть, и приехали бы... А сколько врачей в нашей фантастике? Ой, вообще кошмар, особенно психиатров. У нас был бы такой исключительно тематический конвент. Приехали бы пациенты и врачи. Замечательно. Ну, шутки шутками, давайте о грустном. Вот, когда Юля, по-моему, начала рассказывать о целях конвента, о происхождении,
было упомянуто такое слово, такая фраза, что многие молодые начинающие авторы спрашивали, как можно встретиться. Это Маша, это Маша. А Маша, да? Ну, я подозреваю, что это у вас общая тенденция, иначе бы вы не стали бы этот конвент таким образом позиционировать. Вот у меня возник тот самый вопрос провокационный, который я как раз в анонсе прописал. Не боитесь ли вы, что несчастный конвент «Серебряная стрела» с такими красивыми задачами станет всего лишь между собойчиком пресловутых МТА? МТА – молодой талантливый автор для наших, постоянно, для наших зрителей живого ТВ. Постоянные зрители знают, потому что мы довольно часто эту тему поднимаем с критиками. Давайте мы Юлю сначала. Юлю. Ну, как меня яркий тогда, представитель МТА, она сможет ответить. У меня тогда встречный вопрос. А что такое МТА? Потому что, в принципе, МТА можно назвать любого человека, который увлекается фантастикой и что-то даже пробует писать. В чате нам предлагают назвать конвент «Серебряная шпилька». Так, между строк. Насчет происхождения термина МТА, у нас тут летом была бурная дискуссия. У нас сначала были достаточно успешные молодые авторы, ну, как Алексей Пехов, например. И были критики, как Александр Рефи, как Андрей Синицын. Мы, так сказать, со всех сторон обживали этот несчастный термин МТА. Можно очень долго вокруг него ходить и размышлять, и выдавать во всяческие толкования. Но я просто сейчас скажу, хорошо, заменим МТА на вот этот самый вариант, который вы предложили с самого начала. Начинающий писатель, начинающий автор, который вот только-только приступил к писанине, который там набросал 10 рассказов, еще ничего не напечатал, но вот задался вопросом, где бы ему встретиться, куда бы ему приехать. Собственно, не превратится ли «Серебряная стрела» вот в междусобойчик таких авторов, и почему, собственно, эти авторы не могут приехать на другие конвенты, на большие? Почему нужно было, почему нужно делать вот встречу для них генеральной целью конвента? Или, я скажу так, одной из целей? Ну, Маша, раз уж она это наговорила. Нет, а на самом деле мне вот очень интересно, а почему вопрос-то провокационный? Что провокационного в этом вопросе? Провокация. Скажем так, любой конвент — это так или иначе между собойчик. Любой конвент. Значит, МТА, вот для меня было удивление, на самом деле, что МТА — это понятие обидное в какой-то мере, но стадию МТА проходили все абсолютно. На самом деле конвенты, уже такие бывало конвенты, там, конечно, своя компания. И это закон любой достаточно замкнутой компании, что она с трудом в себя принимает новых, с огромным трудом. И я знаю даже воспоминания вот как бы в настоящее время маститых авторов, как они вот входили в эту тусовку, как и вспоминают их, вот какие они были тогда, желторотые, не оперившиеся и так далее. Вот, тогда, может быть, было немножко все проще, потому что меньше был, в принципе, было меньше людей, как-то это были свои. Сейчас идет такой бум. И так вот здесь и кроется суть вопроса, имеет ли смысл изначально позиционировать конвент как фестиваль только для таких авторов? Нет, а мы не позиционируем как только для таких авторов, но, понимаете, то есть можно ли назвать между собойчиком встречу 150 человек и больше? То есть молодых талантливых авторов очень можно много. Можно назвать между собойчиком встречу 1000 человек. Да, если, но это уже кроме, такое если между собой. Если кроме этой тысячи никто этим вопросом не интересуется. Нет, на самом деле мы же никак никого не ограничиваем. То есть к нам могут приехать кто угодно. А говорить сейчас о том, не боимся ли мы, что потом это превратится во что-то там такое. Ну да, я понял. Сейчас мы еще ничего не боимся. Как бы, да, собственно, я не знаю, что будет в следующем году. Я не знаю, что будет через год. Я не знаю, то что будет завтра, я понял. Да, в принципе, да, поэтому нет. Ну, послезавтра будет Новый год, я очень надеюсь. Это очень страшно, да. Ну, вот. Поскольку я Дед Мороз, я знаю. Расскажи, вы не поверите. Расскажи. Вот у нас как раз в чате тут проскальзывал вопрос, я, к сожалению, пропустил его. Но раз уж зашла такая пьянка, режем последние огурцы, был задан вопрос, кто приедет из известных авторов. Собственно, этот вопрос мы поднимали и с Андреем Синицыным, когда говорили про Раскон. Вот, поэтому я с чистой совестью переадресовываю его и новому фестивалю. А вот я бы, кстати, осторожно очень ответила на этот вопрос, потому что... Кто-нибудь. Нет, на самом деле я могу сказать, что однозначно приедет Свержин, да, потому что он, собственно, будет проводить мастер-класс.
Еще у нас планируют, ну, то есть высказали уже, да, свое желание посетить конвент разные авторы, писатели там известные, может быть, кому-то менее известные, совсем неизвестные и так далее. Вот. Но, понимаете, жизнь такая штука. Я не знаю, а вдруг вот у них... Не будем о грустном, да, вот ребенок родится накануне. Ну, опять? Уже, да. Ну, вот они же, им же не позволят совесть бросить свою жену с маленьким ребенком и поехать развлекаться на конвент. Почему свою жену с маленьким ребенком? Что за сексизм вообще, Юля? А если автор женского пола? Так, будет... а тем более, он же не бросит своего ребенка на своего мужа, или не мужа, или там на кого-нибудь еще, и в общем, на отца своего ребенка, или на мать. Ну, в общем, я уже запуталась. На мать это хорошо, да, мне понравилось. Насколько я успел посмотреть на сайте фестиваля, обещано некое мероприятие с Романом Злотниковым. Да, вот по поводу Романа, значит, вообще я тоже хочу сказать, что, конечно, мы не можем гарантировать присутствие значит, знаменитых авторов. Да. Рома, приезжай. Нет, нам бы, конечно, хотелось. Значит, скажем так, Роман Злотников, он как бы в курсе того, что будет это мероприятие, он нам не может дать то есть однозначно. Он знает, что у него будет. Да, нет, он говорил, что я с удовольствием, то есть, по крайней мере, мы с ним общались на Звездном мосту, мы всем тогда дарили вот опять наши эти, значит, календарики. Да, там он высказывал отмечены желание, числа, да, провести вот это вот свой и так семинар, получается, что да, заявлен, что как бы он говорит, что у меня все вот я об этом узнаю только после Нового года, то есть как у меня сложится год, я вам ничего не могу сказать. Если на неделю раньше я успею, я к вам буду обязательно, то есть и лекцию про оружие я прочитаю. Значит, однозначно, например, вот Ольга Громыко сказала, что она не сможет поехать. Однозначно не будет Белянин, который сейчас вообще к конвентам относится очень скептически. Хотя мы очень-очень приглашали, опять-таки, по поводу оружейной темы и так далее. Вот, нам верен остается Владимир Свержин. Значит, будет с большой долей вероятности Алекс Кош, у которого изначально была заявлена такой дискуссионный клуб «Стихийная магия», но потом он сказал, что я, может быть, поговорил насчет истории единоборств и так далее. Значит, с Алексеем Пеховым там проводится тоже беседа, да, на эту тему. Высказывают. Подумали. Дело в том, что высказывают люди нам идеи по поводу того, что я бы хотел. Вот мы говорим, хорошо, давайте, что вот программа, пока еще есть места. Да. Ну вот и как бы, то есть и много будет шоу, то есть шоу там и группа будет, и вот может зрители быть... Зрители в чате не первый раз уже нас просят поконкретнее рассказать о культурной программе. Я думаю, что сейчас девушки нас еще активнее просветят. Еще раз я хочу объявить url.silvercom.ru. Я так подозреваю, что там есть раздел «Программа», где все желающие смогут следить за обновлениями, потому что, как вот нам сейчас рассказывает Маша, точной программы еще нет. Нет, точная программа на самом деле уже есть, а сейчас еще не 100% уже укомплектованы как бы сами семинары. То есть темы семинаров там, может быть, будут еще некоторые вариации, да? То есть сама основная программа мероприятий уже полностью есть, да, она действительно висит на нашем сайте. Например, у нас будет выступать группа «Зимовье зверей». Вот, очень любимая многими фантастами. Еще у нас будет выступать группа «Кикс». Соответственно, значит... Зрители волнуются, будет ли банкет. А банкет обязательно будет. Конечно. Как же без банкета? Какие-то странные вопросы зрители задают. Вот, соответственно, что подразумевается под культурной программой? Если банкет, то все, что банкеты вокруг него, естественно, будет. Если какие-то... Ну, не знаю. Вот тут, например, культурно образованные зрители спрашивают, какой сорт водки будет на банкете. Пусть заходят на сайт и заказывают. Да, закажут, какой им надо, он будет. Специальная серебряная стрела. Да-да-да. С серебряной ложечкой внутри. Ну как, водка очистки. Байкалов уже есть, по-моему, или байка там. Да-да-да-да-да. Вот, да, что вполне. Мы, кстати, Дмитрия Байкалова тоже очень приглашаем.
на наш конвент, тем более, да, что у него будет заходить, да, один из организаторов Роскона, если кто-то, может быть, не знает. Да, то есть мы на самом деле приглашаем организаторов всех конвентов к нам на фестиваль, собственно, потому что мы... Чтобы помогали организовать. Нет, пусть наконец-то отдохнут. Нет, на самом деле, что они все время организовывают, а им, я боюсь, самим отдохнуть на конвентах как-то не приходится. Нет, оргкомитет Роскона, у них любимая, значит, фраза насчет того, что они мечтают поехать на московский конвент в качестве вот таких VIP-гостей. Да, они, ну, как бы понятно, что, конечно, уже они организаторы крупнейшего конвента, и, в общем, VIP-гости, но чтобы отдохнуть, чтобы посмотреть на это все вот так вот снаружи, а не изнутри. Не на нервах. И поэтому, в принципе, они, конечно, так на нас немножко скептически поначалу смотрели, но мы не конкуренты, как бы они нас так вот, ну, морально очень мягко поддерживают. Не могу сказать, что поддерживали еще как-то там материально. Вот, но, по крайней мере, мы идем так, да, вот если параллельно. Если кого-то есть желание, да, поддержать нас материально, мы за вот... То есть они говорят, что... Пишите письма, вы нам даете шанс деньги. Приехать на конвент, как бы вот отдохнуть. И, в общем, как бы они так не против нас, по крайней мере. Зрители в чате за «Зимовьем зверей» требуют «Металлику». Я боюсь, мы их расстроим. «Металлику»... Ну, я... Это давайте «Металлику» мы пригласим не в этом году, а хотя бы через год, ладно? Не, ну я думаю, что при наличии магнитофона после банкета будет и «Металлика», и «Коррозия металла», и все что угодно. Между прочим, к нам приедут ребята, я не буду даже сейчас называть название группы, потому что, ну, как бы их мало кто знает, да, но тем не менее, это молодая начинающая группа, они великолепно играют вот все вот эти вот рок-баллады, песни, вот, там они «Металлику» сыграют так, что «Металлика» их вообще, собственно, не отличит, кто играл, они сами, да, или вот ребята эти, так что «Металлика» будет. Так, ну, что я хочу сказать. К сожалению, время наше не резиновое. Постепенно передача подходит к концу. Осталось у нас совсем чуть-чуть. Ждем вопросы в чате. Интересные, пожалуйста. Потому что тут вот зрители наши обсуждают прикладные темы в основном сейчас. Я думаю, что мы должны поблагодарить наших сегодняшних гостей за интересные подробности о новом фестивале. А давайте коротко. В одном блоке. Где, когда, сколько? С 15 по 17 февраля. Пансионат Русь. А вся более подробная информация на нашем сайте silvercon.ru. О, прекрасно. Будем очень рады вас видеть всех. Будет весело, будет интересно. В качестве новогодних подарков от Деда Мороза, пока тут читатели выбирают, чтобы у нас спросить, зрители точнее, я хочу рассказать немножко о наших предыдущих программах, кто не видел, кто не успел посмотреть. Передача с участием художника-комиксиста Ремезова будет выложена на диск журнала «Мир фантастики» в февральском номере. Передача с писателем-фантастом, юмористом Лео Кагановым будет выложена на диск «Мир фантастики» в мартовском номере. Поэтому, если кто пропустил, смотрите, это бесплатные подарки от меня, от Деда Мороза. Ну, у нас тут спрашивают, в чем смысл жизни. Я думаю, что нашему замечательному читателю Стрелку стоит приехать на конвент на банкете, попробовать то, чего. Да, тут и оргкомитет из четырех девушек ему объяснит обязательно, в чем смысл жизни. Ага, вот тут интересный вопрос: сколько вы примете народу? А сколько заявится, всех и примем. А если 5000? Ну, пансионат не треснет. Нет, там, ну, рядом очень много пансионатов в округе, так что я думаю, мы разберемся, куда всех поселить. То есть на улице двое суток никто не останется, всем найдется место. Так, ведущим передали пожелание чмокнуть девчонкам в носик, но я думаю, мы за камерой это сделаем. У нас популярная тема, это очень на канале, поэтому мы за камерой. Ну что ж, всем большое спасибо, всех с наступающим Новым годом, удачи! Счастья, новых книг, новой фантастики, новых фестивалей. И две мои снегурочки сейчас вас тоже поздравят, я надеюсь. Ребят, всех с Новым годом, с наступающих. Как врач, всем желаю здоровья.
И как любитель фантастики, всем желаю, чтобы было интересно вам жить, были очень много интересных новых книг, и приезжайте к нам на конвент. С Новым годом, любви вам и счастья. Всем спасибо. Следующая передача теперь только в 2008 крысином году, в середине января, так, если я правильно считаю, 12 числа. Всем удачи, до встречи, до свидания.